Вы верите в Деда Мороза? Да. Да. Ну да. Ну, немножко. Я не очень верю, потому что иногда, когда я знаю, что мама с папой приготовили подарки, и они положат их под елку. Я верю в Деда Мороза. А вы встречали настоящего Деда Мороза? Я когда была маленькая, я у Евы, моей подруги, встречала настоящего Деда Мороза и Снегурочку. Нет, только папа и мама. Мы поехали туда, где живет Дед Мороз. Мы там гуляли и заметили Деда Мороза. У нас даже есть фотография дома. А сколько ему лет? Я думаю, что больше 100. Я тоже думаю, сколько. Я думаю, 66. 79. Я думаю, 56. Я думаю, 75. Ему где-то 17 тысяч лет. А чем Дед Мороз занимается летом? Летом он просто спит. Или просто чем игрушки закрашивает. Я тебе отправлю после Нового года письма. Или подарки сразу все готовят. Наверное, подарки готовят, потому что зима уже близко, наверное. Кормят своих питомцев, или там мишек, или там, оленей. А что бы вы сделали, если бы встретили настоящего Деда Мороза? Надо ему стишок рассказать, что он подарок даст. Почему он так долго живет? Я бы удивился. Если бы он был настоящим, он бы не мог наколдовать там лед или снег. Я бы все свои мечты бы ему сказала.